Я думаю, что есть ощущение дежавю, и очень смешно и нелепо, когда власти начинают принимать меры по результатам таких событий. Меры эти надо принимать заранее, их надо принимать системно, и начинать надо с людей, которые непосредственно несут ответственность за состояние наших дорог и за движение. ГАИ не должно ловить в кустах никого, должны заниматься ответственно теми участками дорог, которые им верены, и принести персональную ответственность за каждое такого рода нарушение. Тогда они будут проверять, есть светофор, нет светофора, будут проверять состояние дорог, дорожники нести должны свою ответственность за состояние дорог. Собственно говоря, мы ничего не придумываем, это во всем мире. Но самый главный вопрос, как поднять ответственность людей, которые поставлены государством, получают зарплату и не исполняют свои должностные обязанности. Вот это вопрос самый главный. Нужна серьезная административная реформа. И срочно.